Директор Одесского юридического лицея Александр Шиян подал заявление об увольнении. Ранее несколько учеников отравились и пожаловались на качество питания в учебном заведении. Также директор оскорбил лицеистку, а его заместитель побила председателя родительского комитета класса. В ситуацию вмешались депутаты городского совета. Также ситуация получила широкую огласку в СМИ. В частности, вышла серия материалов и на нашем канале.